Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Сегодня мы решили снять такой небольшой ролик «Ответы на вопросы». Несколько вопросов было в комментариях наших, и несколько вопросов было у нас в этом ВКонтакте, в Одноклассниках, что-то так. Решили сделать отдельным роликом, чтобы не вставлять это все, как обычно, в влог. Так, и первый вопрос у нас Луна. Как часто вы пускаете кролика гулять? Это, наверное, болевший вопрос очень многих. Было несколько времени назад, многие писали про кролика. Конечно, когда живя в квартире, когда он находится у нас в квартире, как все знают, когда мы сюда переехали, он у нас был, жил на балконе, там гулял намного чаще, нежели на квартире, потому что кролики это грызуны, они у нас грызут провода, но как-то сейчас, правда, стало немножко поменьше, я как бы выпускаю его в квартире где-то через день гулять, каждый день, конечно, нет, как-то написали вы в комментариях, что у вас просится, у нас как-то нет, то спокойно сидит в клетке. Выпускаю побегать его в квартире, но опять же, за ним надо постоянно глаз до глаз, чтобы он не лез к проводам, потому что, например, у меня, не знаю почему, он ест веник. Стоит только увидеть веник где-то стоит в видном месте, все, он его угрызает мне полностью, все вот это вот, не знаю, чем это связано, может быть, что организма у него не хватает, но вот веник у нас любит, он есть. И, конечно, смотрим за проводами, потому что провода у нас находятся в основном на полу, это и светильник, и от компьютера там провода подсоединены, низко находятся, поэтому надо постоянно за ним глаз и глаз. Сейчас вот уже потеплело, в скором времени, я, да, думаю, сейчас вот переведу опять на балкон, вот там, конечно, он гуляет намного больше, там он может вообще целый день находиться полностью только, ну, на балконе именно прыгать. Единственное, только когда кормить, я ему то иногда миску выставляю именно на пол, ну и попить, когда запускаю туда в клетку его, потому что поильник никак по-другому не поставишь. А так, в квартире через день. Так. Мария Даутова, скажите, а сколько в месяц уходит денег на продукты? Честно сказать, сейчас, наверное, не знаю, мы примерно так посчитали, что где-то около 20 плюс, не минус, но где-то бывает плюс 2 тысячи, скажем, где-то 20-22 тысячи в среднем. Очень, ну, где-то у нас уходит много денег, конечно, на молоко, потому что молоко у нас Вероника пьет ежедневно. Молочные продукты покупаем, как сами видите, часто деткам. Но, естественно, мясо, фрукты такого плана. Но вот мы посчитали в среднем где-то 20-22 тысячи. Но сами уже, как я говорила буквально недавно, что мы закупаемся чисто по акциям, стараемся. Ну, конечно, не то, что там все прям по акциям, но в основном стараемся тоже мясо, курицу, тоже молоко брать по акциям, чтобы хоть немножечко экономить, потому что семья большая, еды уходит много. Так, вопрос из одноклассников. Почему вы не ставите видео на одобрение? Просто проскакивают иногда плохие комментарии. Но начнем с того, что мы не видим ставить смысла видео на одобрение. Мы ни разу не ставили, поэтому я не могу сказать точную информацию, через сколько-то надо их одобрять, чтобы не пропали эти все комментарии, которые будут и хорошие, и там и плохие. Я считаю, что мы снимаем видео на всю, не тоже на всю страну, нас смотрят даже в многих странах, и каждый имеет право высказаться там свое мнение, там дать какой-то совет, похвалить, поругать, скажем так. Но, как я всегда говорю, что единственное, что я прошу от наших подписчиков, от наших зрителей, это немножечко уважение, потому что все мы люди, все мы живем по-разному, что не надо там оскорблять, хамить, проходиться по внешности, по детям. Я считаю, это вообще как-то, ну, как минимум некрасиво, некультурно. Все мы люди, все мы живем по-разному, у каждого свои понятия. И поэтому можно дать какой-то совет, подсказать, там, как, может быть, там что-то мы не так делаем, и дать там какой-то совет, что вот, а может быть, делать так, там, мы, я говорю, всегда таким советом прислушиваюсь, то, что я понимаю, что да, мне это подходит, а мне это и так будет лучше там для меня, я, естественно, это меняю, применяю в своей жизни, там, а весь, кажется, там все не нужно, пропуская мимо себя. Поэтому я говорю, я не вижу смысла ставить комментарии на одобрение, это просто надо сидеть их одобрять, чтобы прочитывать. Я не знаю, через сколько там времени. Я знаю, что, по-моему, раньше там было 2 или 3 часа, если я не ошибаюсь. Просто мы никогда, говорю, этим не пользовались. И
мы всегда рады комментариям наших подписчиков, наших зрителей. Только говорю, единственное, всегда прошу, чтобы они были корректные, потому что все мы далеко не идеальные, не у всех идеальные внешности, а интернет — это такое дело, где вы нас видите, да, знаете, как, в чем мы одеты, какое там у нас состояние лица, кожи, какая у нас прическа на голове, а мы-то вас не видим, и, естественно, как бы, как минимум, некрасиво судить людей, обсуждать их одежду, прически. Я всегда дать совет, там, подсказать, я говорю, мы всегда этому рады, поэтому и не ставим комментарии на одобрение, не видим в этом никакого смысла. Так, почему Владик не общается с родственниками со стороны папы, настоящего папы Владика, ну, как бы с самим папой и с его родственниками? С папой он не общается, ну, потому что папа у нас такой, не хочет общаться с ребенком. С момента нашего развода он, по-моему, забирал его только один раз к себе. Это еще был он совсем маленький, ну, там, 2 с чем-то, наверное, ему было, или около 3 лет. И, в принципе, больше никакого общения, на улице, когда видели, когда жили люди, наверное, не здоровались там просто, а так никакого общения больше у них нету. А что касаемо родственников, бабушка, получается, его умерла, тоже 4-й год уже пошел, что 1 год с моей мамой, а дедушки как такового никогда не было, потому что они, ну, с его мамой давно уже не жили вместе, и дедушку мы знаем только, точнее, я знаю только в лицо, Владик вообще его не знает и никогда с ним не общался. А бабушки у нас той в этой стране, как бы ни одной, ни второй, получается, у него нет, как вот Сережина мама. Ну а с другими родственниками, со всеми мы общаемся, со всеми у нас хорошие отношения, и поэтому а с той стороны, как бы, да, общения никакого нет, и не с папой, но и родственников нет. Так, это были все вопросы, на которые я хотела сегодня ответить, которые у нас были в комментариях, ВКонтакте, в Одноклассниках. Всем пока-пока!